Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов. В данном видео мы с вами продолжим наш челлендж. У меня осталось всего лишь 4 исхода, и в сегодняшнем видео я возьму исход индивидуальный тотал. Какой именно, узнаете в конце видео. Ну, а пока что давайте же расскажу, какой матч я выбрал. Сегодня мы с вами разберем матч теннисного турнира ATP Ролан-Гаррос, где встречаются между собой Кэмерон Нори и Карен Хачанов. Итак, что касаемо данной встречи, то здесь мы с вами видим два довольно неплохих теннисиста. Что касаемо Нори, то он к данному матчу подходит серии 6 побед к ряду. То есть до этого он также добыл еще один для себя титул, также во Франции. И, соответственно, сейчас он идет за новым титулом. И пока что у него все идет очень даже неплохо. 2 победы по 3-0. Без шансов он своих оппонентов обыгрывал. Да, нельзя сказать, что они были очень сильными, но при этом и не слабыми. То есть такие середнячки тенниса, и Нори с ними довольно уверенно справился. Сейчас же на его пути будет чуть более опытный, чуть более мастеровитый теннисист, это Карен. Карен себя в целом показывает довольно неплохо, но по ходу самой игры может, так сказать, показывать свою нестабильность. Он добыл также 2 победы на Ролан-Гаррос, и обе были со счетами 3-1. Соответственно, что касаемо данной встречи, то здесь я бы свое предпочтение больше отдавал Нори, так как он находится чуть более лучшей форме. Но при всем при этом, легкой победы от Нори я тут не жду. Если мы с вами посмотрим на очную встречу, то заметим, что в целом эти теннисисты между собой играют довольно ровно, выигрывает то один, то другой. То есть здесь явного фаворита искать, я думаю, что не стоит, но все-таки мое предпочтение будет именно за Кэмероном. Но ставка будет индивидуальный тотал Кэмерона Нори больше 19,5. Ну а если вы хотите поставить на данный исход по лучшему коэффициенту, то рекомендую делать это в BakamalBet. Ссылка на него будет в закрепленном комментарии. А по промокоду еще и получите удвоение первого депозита. Ссылочка в закрепленном комментарии. Ребята, пользуйтесь, BakamalBet дает такую возможность. Что ж, ребята, таков мой прогноз. Это уже последние дни челленджей, но в любом случае, надеюсь, что мы с вами сможем сделать отличный результат. И также пишите в комментариях, что думаете вы по поводу данной ставки и по поводу данной встречи. Ваше мнение будет мне всегда интересно прочитать. Ну и также не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на мой YouTube-канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать последующих видео. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.